Друзья, всем привет! Сегодня пятница, я сменила на этом постаменте Алексея Форсикова. В студии Маша Никитина, это «Вертикальные новости», поехали! Зима и Новый год уже настолько близко, что в Ставрополе начали монтировать ледовый каток на площади Ленина. Кататься будем в масках? Интересно. И на пионерском расстоянии? Интересно. Наш чудесный благоустроенный Комсомольский пруд стал еще и героем песни. Трио, которое не представилось в клипе, исполнило этот вот прямо хит. Аранжировка огонь, голос у вокалистки очень приятный, а уж танец, ну просто загляденье. Есть не хуже самого модного курорта. Место прекрасное, место волшебное, суперстар. И это Комсомольский пруд. Если где-то воды прибавляется, как в пруду Комсомольском, то в окрестностях Светлограда наоборот. Там мелеет знаменитое соленое озеро. Специалисты Минприроды Ставрополья осмотрели водоем и пришли к выводу, что обмеление произошло из-за засухи, которая наблюдается в настоящее время на территории края. Ну ничего, этот 20-й год закончится и все наладится. Будем верить. Осень, что ты делаешь? Прекрати. Удивительная история. В Буденновске голый мужик прыгнул из окна пятиэтажки на дерево, допрыгнул, что характерно, и потом использовал дерево в качестве туалета. В общем, полный осенний набор. Герой с дерева сняла полиция, теперь он известен на весь город как человек-струя. Что вообще происходит там у вас в Буденновске? Внимание, Ставрополь! В доме 7 по улице Серова по квартирам ходит парень и рассказывает, что он специалист коммунальной службы и что в доме перепады напряжения. Просит зайти в квартиру под этим предлогом и помочь наладить проводку за определенную плату. На улице Тельмана аналогичным образом у женщины выманили 6 тысяч рублей. Будьте бдительны, законные представители служб о проведении работ сообщают заранее. А это не сертуки, домашняя белка по имени Шкет. Классная кличка. Интересный питомец, когда же он доест квартиру? Новость спорта. В ЮАР прошла лучшая велогонка в истории. А вот вчерашний кролик, он допрыгал до пятницы, чего и вам желаем. Это ежедневная милота. Друзья, всем хорошего вечера, берегите себя, своих близких, оставайтесь со своим, пока. Раз.